И вот еще одна похожая история произошла, на этот раз уже с собакой. В Южной Америке во время второго этапа по ралли Код Азур супергонщик буквально спас собаку. Пес вышел такой на трассу, прогуливался не спеша по горке. И в это время уругвайский пилот Фернандо Зоас Набар мчался на полной скорости и весьма неожиданно выскочил из-за угла. Ну вот смотрите, как это было. Ну, правда, псу чудом удалось выжить, а он-то вообще ничего не подозревал, сначала бежал. Вот пес остался цел и невредим, вот только непонятно, молниеносная реакция все-таки гонщика спасла животное или просто счастливая случайность, потому что там был какой-то пригорок, на котором машину подкинуло. Но в интернете эту собаку уже окрестили самой везучей.